Я не помню. Это видеоблог. Всем привет! С вами Владислав Хардкоров, и это основатель Racing Scooters, бренда отечественного производителя вот таких вот прикольных вилок. И сейчас мы пойдем в этот заброшенный бассейн. Ну, выглядит он как просто какая-то забегаловка наша вот эта вот русская. Но на самом деле это заброшенный бассейн, он находится в Монино. Мы возьмем там сейчас кикер деревянный и поедем кататься на речку. Ну, все, купальный сезон открыт, сейчас мы будем купаться и прыгать с духами в озеро. Илюха предложил сделать вот оттуда сальто в дроп сюда. Кто сделает оттуда сальто? Отмечайте нас в комментариях. Отмечайте в комментариях. Мы в историях. Так ты уже определись за себя отмечать. Люди не поймут, и начнут ведешь заблуждение, и тем самым ты вызовешь негативные эмоции. Отмечайте, где хотите. Итак, это наш видеоблог. Иди. Можете это сказать в микрофон? Зачем ты вилку взял? Ну типа это микрофон, это не вилка. Итак, это наш видеоблог. Блог о том, как мы занимаемся паркуром. Я вообще на самом деле трейсер с детства. Это моя команда. Пойдем, я сейчас буду делать крутые трюки. Ну что вы, стоите? Пойдемте со мной. Сейчас я вам экскурсию покажу. Итак, сейчас мы забрались в заброшенный бассейн. И Илюха пообещал, что он сейчас прыгнет отсюда. Мне даже страшно туда подходить. Прямо туда. Итак, Илюха, расскажи, сейчас, одну секундочку. Всем привет, я вас... Он нас обманул. Итак, в принципе, мы приехали в этот скейт-парк ради вот этой деревяшки. В принципе, все, нам больше ничего не нужно, в целом. Вот так вот выглядит этот заброшенный бассейн. Он очень впечатляет своими размерами, такая необычная заброшенная. Ну, если вы подписаны на мой инстаграм, он будет вот здесь, вот. Сейчас, дай-ка я сниму, он будет вот тут. Ну вот, короче, я вот оттуда, с бортика, прыгал прямо в скат. Типа там где-то метра два. На самом деле, когда-то этот бассейн работал и полностью функционировал. Илья даже говорит о том, что он здесь когда-то купался. Да, и... я прыгал, короче, вот с той вышки, прямо вот. Я сейчас вам ее покажу. С какой? Вон с той. Ну, мы сейчас типа вот так и окажемся прямо на ней. Ну так вот. Вот, я отсюда прыгал. Знаешь, вот даже если бы этот бассейн был не разрушенный, я бы все равно не рискнул прыгнуть, если там даже было бы много воды. Но мне почему-то очково. Прям пиздец. Ну, здесь 6 метров глубина. Не, ну понятно, что 6 метров глубина, но просто страшно, все равно высота такая впечатляющая. Да это кажется, потому что здесь, ну по факту 11 метров, если до пола, а так если, ну... Ну когда я был малым, типа очень страшно было. Слушай, есть какой-нибудь лютый стритер, который отсюда сделает, ну хотя бы дроп? 11 метров. Ну, пишите в комментариях. Костя Козлов. Костя Козлов. Сделаешь или нет? Прыгай. Прыгай. Тебе, блядь, я ловлю. Итак, нам все вот это вот оборудование для того, чтобы сегодня Илюха делал сальто в воду, нужно погрузить в багажник. Ну я попробую. Так, значит. В багажник октавит. Ну мы сделаем это просто вот так. Вот именно так. Мы погрузили, сейчас едем на озеро. Все, закрываю багажник, погнали, сейчас мы будем делать летний контент, назову его так. Давайте, погнали. Я не помню. Все, мы уже находимся на нашем озере. Лидано, оно вроде называется. У нас уже есть скикер, он фанера от скикера, самокат.
один еще Илья шел в комплектации. А что ты смотришь? Ну, высота здесь такая небольшая, что там какая-то грязь, что за железяка там валяется. Короче, сегодня Илюха будет делать сальто морально. Тащили этот кикер с самого Монина, заброшки, лезли за ним. Два часа с этим всем делом колупались, уже его построили. И Илюха не хочет делать бэкфлип. Илья, что ты скажешь? Давай, что тут, я не понимаю, прыгнуть закрутился. Я, конечно, сам не умею, но ты должен сделать. Короче, решил делать, не делать бэкфлип и фронтфлип, он боится своей жизни. Сейчас он сделает хотя бы трак-драйвер сюда из кикера в воду. Ну это на самом деле сложнее и страшнее. Я правильно еще выигрываю, чем я думал? Да. Че, будешь пробовать? Да. Давай, поехали. Ты потерял мой скот! Итак, Илюха уже попытался подожди, оформить семеру. Подожди, я вообще хотел трёху, вообще хотел трак-драйвер. Ну а почему-то получилось семера. Сейчас он будет оформлять что-то интересное, но вы сейчас сами все увидите. Вот мы самокат, он весь мокрый. Кстати, шкурка уже высохла практически, это круто. Не, ну я протёр колёса. Йоу, Рось! Ну что, Илюх, это было страшно? Честно, ну мне кажется, я просто боялся, что типа, когда я сделаю фронтфлип, я не успею, короче, закрутиться, вот, и я просто выкинул самокат, сальто сделал. Паша, извини. Вилка. Смотри. Оо, щит, мэн. Бля, ну это прикольно. Все, вытаскивай, сейчас будем его сушить опять. Давай, Вань. Ну, блин, пацаны, я, конечно, передумал делать бэкфлип, но я рад, что делал фронтфлип здесь. Вот, ну, а Влад что? Я вообще рад, что я, в принципе, выжил. Все, поехали, Андрюх, у нас подписчики ждут. Ну, так вот, в пути я вам расскажу о том, что Илюха решил бросить самокат и перейти на роликовые коньки. Да, именно так. Илюх, ты долбоёб, блядь, ты куда разогнался, блядь? Илюха, ты чё, дебил? Как ты ему умудрился врезаться в дерево?